Баба Вера опять с вами. Сегодня у меня хорошее настроение. Могу пошутить, могу это. Другой раз встаешь, так это. Там стреляет, там болит, там это. А сегодня все нормально. Так что и песня, соответственно, Гудзон Бамбина. Гудзона слушала, недавно реакцию делала. Мне очень понравилось. Послушаем, что тут за Бамбина. Бабина знаю, Бамбина. Поехали. Она в высоких каблуках, идет модная Бамбина. Я на нее смотрю, торчу, садись со мною, прокачу. На перекрестке вдоль забора я стою. Сегодня весь день буду ходить и петь на высоких каблуках, как модная Бамбина. Зацепила. Слушала, говорит, как слушаю и кайфую, понимаете? Молодец, красавчик, молодец. Прям класс, меня вернул в мою молодость. И, ну, песня современная. Ну, вот мотивы эти напоминают вот мою молодость. Я так с удовольствием вспомнила о этот. И как, песня все-таки с юморком таким-то вот слушала. О, вроде там про деревню, знаете, вот такие деревенские мотивы. Вот, но ритм качает. О, знакомые мотивы, но ритм качает. Ну, в общем, модная Бамбина. Модная, очень модная. Ну что, Гудзон, садись со мной, прокачу. Уже слушаю его не первую песню. Молодец, заходит, аж зашкаливает другой раз. Нереально круто, мне очень понравилось. Даже можно, видите, это аудио, без тёлок, без этих тачек там крутых, там бабла раскидывает, без всего этого. Но кайфуешь, слушаешь и кайфуешь. Если песня хорошая, то очень заходит. Эх, и где мои 17 лет?
Ну что, садись со мною, прокачу. Пока-пока, до новых встреч. Баба Вера, баба Вера, баба Вера, баба Вера, баба Вера, баба Вера.